так. Смысл, смысл ты. Не понял, ты же выиграл. Накачать сказали. Сказали накачать. Паша. Опа. Паша. Ответка. Андрей. Есть. Сережа. Сережа, еще один записывался парень. Здесь он, да? Сейчас идем за мной. Так, я кидаю. Вот, вот, любители фифы, вот сюда, пожалуйста, вот. Вот, вот, так. 2-1. В очереди можно. Юру подойти к нам. Надо же команду. Хорошая, да? Отличные. Ну ладно, говорит, напьемся. У вас 30 литров пива, нет? Ну что, это потом. А, это потом, говорит. Это так. Это на вечер. На разминочку. На разминочку 30 литров пива. Да, давайте один туда, один сюда. Сейчас все будет. Так, следующие команды там готовятся, разминаются, не знаю, приседают. Огонь! Огонь! Смотрите, у нас в правилах сказано такое. Вы выпиваете этот бокал, давайте. И мы можем сделать фигуру. То есть они просят, а мы делаем. Нормально заходим. А, то есть так же, так вот, да? Конечно, у нас профессиональный бирпонг. Ага. Все честно. Пей, да. Так, а ну, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Так ты пить хочешь или выиграть, это я не понял. До дна. Я хочу все. Пей до дна, пей до дна. Девушки кидают. Давай. А, все, давай. Есть, есть, дуплет. Так умудриться еще надо 10 раз так кинуть. Что ж, мы играем по-честному, профессионально. Ты еще раз кидаешь. Дуплет. Я сейчас кидаю. Готовьтесь. Можно не просто стоять, можно потанцовывать. Подожди, Вилла. Танцуй. Отлично, Максим, спасибо за музычку. Нет, все круто, да. Что, там должно быть 6. Центр мы поставили, попало. Мы все честно, мы не переживаем. Девочки, вы забыли, что такое метка? Ты хотела пиво? Расскажи мне, что было, смотри, команда должна кидать шарик. Андрей, еще и говорит, что команда противника выкрывает стакан. Задача споить соперника. Ну, ты, посмотри, девочки уже готовы. Я бы с удовольствием поеду, да. Вот ребята хотели выпить пиво, но они чемпионы тут, походу, совершенно делают. Я пытался. Даю сотку, что он не попадет. Да, долларом. Кому даешь? Мне! Сотку гривен мне, если я не попаду. Окей. Нет, не понял. Я даю сотку гривен. Мне нравится это предложение, отлично. Или что? Давай так, я тебе 100 гривен, если я не попадаю. Давай. 200, если я попадаю. Я 200, если ты попадаешь. Давай, поехали, давай. У тебя же просто, ну, я знаю, что ты. Давай, давай. Косой! Один разочек, девчонок, я попаду. Сейчас, девчонки, выпьем сюда. Девушка, пей. Это реально нелегко. Ты даешь мне сотку, если не попадаешь. Если ты дашь сотку, если... Давай, поехали. Раз, два, три. Понятно все. Косой! Дважды реально косой! Ты уже 200 гривен заработал. Все лайкаем, подписываемся. Все лайкают.